Вот, в общем-то, я, наверное, хотела немножко поделиться своими мыслями. Скорее всего, это будет, конечно же, не проект на данном этапе, но это будет какое-то переосмысление. Я хочу немножко развеять существующие стереотипы. Но, как я уже говорила, без одного дня сегодня, год и 3 месяца, как я работала в министерстве, завтра у меня последний день, завершающий, заключительный. И хотела бы я, наверное, поговорить по привлечению инвесторов, по инвестиционной политике. Нет, записала это в своем блоге как профанация инвестполитики Чувашской Республики. Я просто зацепилась за комментарий пользователя Субарс, который написал про, в общем-то, проблему, которая его интересует. Жалко, конечно, что его сегодня здесь нет, потому что было бы интересно, наверное, провести с ним такой спарринг, побеседовать на эту тему. Но вот что бы я хотела сказать. Очень часто, очень многие ругают чиновников, считают, что мы ничего не делаем. И побывав в этой системе, сейчас, когда я уже не с ними и могу, наверное, говорить открыто о том, как это было, я хочу сказать, что на самом деле очень много загрузки. Люди работают и по выходным дням, и буквально до 10 вечера, но результата никакого. Потому что у нас нация профанации. Так. Серьезно, действительно так. То есть создается видимость о том, что идет какая-то работа. Но, на мой взгляд, система сбивается на том, что сначала мы пытаемся рассказать о том, как у нас хорошо, и при этом ничего не делать для того, чтобы было хорошо. Основная причина, по которой я ушла, я не смогла сама по себе внутренне сжиться с той системой, которая существует на данный момент. То есть слишком много писем, слишком много пустых слов и, наверное, в итоге никакого результата. Вот, 4 минуты 46 секунд у нас. В итоге была создана корпорация развития, был лично мною создан сайт, который работать не будет. Вопросы? Да, вот, наверное, на вопросы.